Добрый день, мои хорошие! Сегодня я расскажу вам, как я готовлю вот такое замечательное сушеное мясо. Для начала я мясо замочила. Постояло оно у меня час, и сейчас мы будем его готовить. В первую очередь нужно поставить воду и довести ее до кипения. Мы не готовим бульон, а поэтому, чтобы сохранить все вкусовые качества мяса, нужно класть его в горячую воду. У меня сегодня свинина, вот такая вот нежирная, кости. В общем, я покупаю рагу, на нем достаточно много мяса, и сейчас мы будем его готовить. Закладываем в кастрюлю с кипящей водой. Если воды не хватит, я потом долью. Вот так вот. Все. И варим. Теперь я его буду варить, пока мясо от костей не отойдет. Это где-то порядка 2-2,5 часов. У вас может быть говядина, курица, все что угодно. Любое мясо, которое вам хочется приготовить, чтобы высушить его потом. Итак, прошло 2,5 часа, мясо сварилось, оно хорошо отходит от кости, вот видите. Сейчас я его сниму с кости, и мы с вами продолжим. Отварное мясо прокручиваю через мясорубку прямо на лоток, застелив мелкой сеткой. И ставим сушилку на 70 градусов. Высохнет, ну, сушилки у всех разные, примерно через 5-6 часов. И вот такое замечательное мясо у меня получилось. Всем спасибо за просмотр. Готовьте вкусно, готовьте со мной. А у меня сегодня все. Пока-пока!